Приветствую! Сегодня мы познакомим вас с функционалом блока вопросов и ответов. Для того, чтобы опубликовать свой вопрос на сайте, требуется нажать на кнопку «Задать вопрос». Далее мы видим пуш-окно, в котором следует выбрать интересующий нас язык, в данном случае русский язык. Далее у нас есть поле, где мы можем писать свой вопрос. Давайте узнаем, сколько будет стоить биткоин, и добавим комментарий, как вы думаете, сколько будет стоить биткоин к концу года. После этого нажимаем на кнопку «Задать вопрос», и наш вопрос успешно публикуется на сайте. Давайте подождем, может быть, через некоторое время кто-то даст ответ на наш вопрос. Пришло уведомление о том, что кто-то дал ответ на наш вопрос. Переходим по уведомлению и видим, что какой-то пользователь дал нам ответ. Подписывайтесь на наши социальные сети и следите за обновлениями. Ну,